Украинский независимый блок представляет. Здравствуйте! В эфире канала УМВ 7 выпуск 3 сезона презентации «Закона и права». Тема презентации «Что делать, если пропал бумажник?» Вперед! Для многих людей кошелек – это вся их жизнь. Ведь бумажник часто используют не только для хранения денег и кредитных карт, в него помещают документы, права, пропуски и прочие важные документы. Потеря кошелька в таких случаях сравнима с катастрофой общемирового масштаба. Как только вы поняли, что бумажник исчез, не приходите к немедленному умозаключению, что его украли, пишет Eskman.com. Позвоните приятелям, которым недавно заходили в гости, свяжитесь с деловыми партнерами или клиентами, с которыми встречались, загляните в магазины, возможно, вы по рассеянности оставили его в одном из этих мест. Проверьте еще раз все карманы, одежду, сумки, пальто, шкафчики, полки, есть вероятность, что бумажник найдется дома. Если вы отыщете пропажу, удостоверьтесь, что в кошельке по-прежнему находятся все его содержимые. Если кошелек все же исчез, советуем вам принять меры. Звоните в милицию. Учитывая степень занятости уголовного розыска, граждане редко обращаются в органы правопорядка в случае утери или кражи кошелька. Считается, что такой мелочью милиция заниматься не будет. Однако это первое, что вы должны сделать. Найти-то его может и не найдут, но своевременное обращение в милицию и правильно составленный протокол помогут вам в дальнейшем восстановлении документов или в случае вопросов со стороны страховой компании. В заявлении нужно указать как можно больше деталей, где, как и когда, как вам кажется, вы могли потерять бумажник, кто мог бы его украсть и так далее. Важно также предоставить как можно более полный список содержимого. Свяжитесь с банком. Как мы уже говорили, правильно составленный протокол поможет в вопросах, связанных со страховкой или покрытием ущерба. В Америке, к примеру, в отличие от кредитных компаний, банки возложат на вас всю ответственность за снятие денег с дебитной карты. Своевременный звонок в банк с предупреждением о потере бумажника и карты, или о краже с последующим предоставлением необходимых копий протокола и заявления снизят ваши потери на штрафы размером в $50. Временное замораживание вашего счета также поможет избежать потери денежных средств. Оповестите кредитную компанию. Банки, обеспечивающие ваши кредитные карты, действительно могут приостановить оплату счетов в случае утери или кражи вашей карты, однако именно вам, как владельцу карты, следует указать на то, какие покупки или услуги вы действительно приобретали, а какие – нет. Суммы, снятые с вашей карты кем-то другим, так и останутся висеть на вашем балансе до окончания расследования по вопросу снятия денежных средств. Поэтому в ваших интересах сообщите о потере или краже кредитной карты. Чем раньше, тем лучше. Не ждите ежемесячной выписки со счета. Проверьте состояние баланса в интернет в режиме реального времени. Немедленно свяжитесь с менеджером и уточните, какие оплаты были проведены недавно и не являются ли они мошенническими. Делайте новые карты и ключи. Кроме чисто финансовых вопросов, один из самых неприятных аспектов потери или кражи бумажника – восстановление утерянных документов, карточек, прав и так далее. Вспомните, какие именно документы вы необдуманно хранили в бумажнике, возможно, кроме паспорта и водительских прав придется восстановить карту обязательного медицинского страхования, электронный пропуск на работу, карточку пенсионного фонда. Карты и пропуски – не единственное, что придется восстанавливать в случае утери или кражи кошелька. У многих людей есть привычка носить в кошельке и ключи от квартиры, прикрепленные на специальный брелок. Здесь придется не просто заказать новый комплект ключей, а сменить все замки. Если ваш кошелек вместе с ключами, документами и кредитными картами попал в руки злоумышленников, им будет легко выяснить ваш домашний адрес и наведаться в квартиру. Потеря кошелька – неприятный и довольно хлопотный жизненный опыт. Учитесь на собственных ошибках. И примите дополнительные меры безопасности после того, как купите новый кошелек. Заведите специальный держатель для карт, в котором будете хранить весь нужный пластик отдельно от содержимого самого кошелька.
пин-коды держите в безопасном месте, чтобы в случае необходимости быстро заблокировать что-то. Ключи храните во внутреннем кармане сумки или одежды. Источник. https://user4296647987 content stone lsli propel biomechnic 3909238 что делать? Если пропал бумажник, мозаика Newsland, комментарии, дискуссии, обсуждения новостей, Veritas 21 января 2009. Есть вопросы? Звоните плюс 38-097-920-85-23. Либо заходите на сайт UIB.ed. Увидимся в следующей презентации.